1 августа в областном центре открыл свои двери филиал Центра физического и духовного развития «Гармония». Здесь жители города смогут пройти полную консультацию, остеопатическую диагностику и воспользоваться такими услугами, как подготовка к родам, висцеральный, скульптурный и оздоровительный массаж, герудотерапия, а также другие виды услуг. Основной центр здоровья «Остеомед» успешно работает в столице и является одним из лидирующих в области остеопатии. Основатели сестры Айгуль Жакпарова и Бибигуль Биманова, специалисты первый филиал, решили открыть в родном городе Петропавловск. С их слов, главной задачей остеопатического центра является оказание остеопатической помощи разным слоям населения. Также здесь проходит подготовка специалистов. Этот центр мы открыли в родном городе, центр здоровья и духовного и физического развития, поменяв немного концепцию, добавив понятия такие, как духовность и физическое развитие. Почему мы так сделали? Работая, занимаясь не один год остеопатией, мы пришли к пониманию того, что физическое и духовное развитие неразрывно связаны друг с другом. Бибигуль и Айгуль являются сестрами, имеют медицинское образование. Вместе они основали Центр здоровья. Здесь трудятся квалифицированные специалисты. Остеопатия в Республике Казахстан – это новое направление альтернативной медицины, которое успешно развивается во всем мире уже более 150 лет. Как самостоятельное направление в Казахстане, данная техника сформировалась недавно. Воспользоваться услугами могут все категории граждан – от новорожденных до пожилых. Остеопатия работает с любыми заболеваниями. Основное, конечно, это костно-мышечные деформации, протрузии, грыжи, что, как говорится, такое чаще всего обращаются с такими диагнозами, как сколиоз, нарушение осанки, разная высота лопаток и, в общем, костно-мышечные деформации, и не только. Остеопатия очень хороша после операции восстановления, после полученных травм хорошо восстанавливается остеопатически. Остеопатия прекрасна тем, что она не имеет побочных эффектов. Это очень мягкие техники, работают чисто руками, очень мягко, безболезненно. На базе центра сестры будут готовить специалистов по остеопрактике. Курсы будут проводить лично, а также привлекать экспертов. Одним из приглашенных специалистов стала Сабина Бекожина. Девушка работает инструктором по йоге для беременных, а также ведет курсы по подготовке к родам. Данный филиал может помочь беременным и новорожденным детям, да, которые проходят через родовые пути не без травм. Ну и также мне поступило предложение вести здесь йогу для беременных. Здесь есть отдельное помещение, которое можно использовать, да. Надеюсь на сотрудничество плодотворное. В дальнейшем Айгуль и Бибигуль планируют открыть центры остеопатии в других городах Казахстана. В связи с презентацией остеопатического центра в Петропавловске пару дней для всех посетителей действует акция «Диагностика костно-мышечных деформаций бесплатно». Лаура Рагимова, Денис Кузнецов, служба новостей.